Это два феноменальных совершенно оператора, которые, ну, как бы более чужеродных, так сказать, художественных тел не существует в природе. Сережа Астахов – это один из самых выдающихся технических специалистов сегодняшнего русского кинематографа. Он просто гений технологический. И Юра Клименко, который вообще с трудом до сих пор понимает, почему по рельсам едет тележка с камерой, потому что он художник. Вот до мозга костей художник, больше его вообще ничего не интересует. И вот они сняли эту картину на двоих с таким чувством любви, к тому, что они снимают, а не к себе самому. Что я вот сейчас смотрю, да, я когда монтировал картину, я помнил, кто что снимал. Сейчас не могу отличить, кто что снимал. Вот это вот и есть. Я долгое время снимал с великим оператором, с таким замечательным Павлом Тимофеевичем Лебешевым. И Паша говорил всегда простую вещь. Он говорит, оператор — это технический помощник режиссера. Я с Михалковым снимаю, как с Михалковым, с тобой снимаю, как с тобой, с Разумовским снимаю, как с Разумовским. Там. И это, в этом было, в этом как бы самоуничижении было на самом деле глубочайшее уважение к себе и к профессии. Вот они вот в этом случае, и Сережа, и Юра, ну, оказались мне такими товарищами, такими товарищами. То есть ни разу ни один не потянул одеяло на себя, так сказать, там, в клиповой или бесклиповой манере снимая. Они снимали в манере искусства.